Свечи горят в подсвечниках из ракушек. Сейчас я опять поверну. Только контур этого. Здравствуйте, я Татьяна Огарелик. Сегодня попробую рассказать вам, как я работаю с ракушками. Вот мне последнее время понравилось работать вот с этим клеем. Момент монтаж, клей экспресс, белый. Можно еще и эпоксидный клей использовать, а также клеевой пистолет. Ну и подручные инструменты, какие есть. Пинцет, кусачки, потому что иногда надо что-то лишнее откусить. Краски акриловые, контур и просто акриловые. Вот. И с помощью этих инструментов я делаю разные поделки из ракушек. Вот такими вот акриловыми контуром и красками я работаю. Собрала разные обломки, найденные самой на море, ну и целиковые ракушки, и сделала вот такой вот элемент декора. Вот он. А тут можно свечку поставить небольшую, и будет подсветка. Вот. Этот цветок собирала из крупных ракушек и дальше декорировала также обломками ракушек вот разных, собранных мною на пляжах Черного моря. И вот такой вот цветок получился. Его можно использовать и как подсвечник. Вот тут сделано такая держатель для свечек. Вот из ракушек подсвечник и декоративный элемент для интерьера. Так обратная сторона смотрится этого цветка. Можно зажечь свечку и мечтать о море в полумраке. Еще один подсвечник сделала. Тоже, опять же, мотив цветочный. Основание из ракушек, более мелких, склеенных между собой, скрепленным. Тот же клей «Момент монтаж», жидкие гвозди. И вот такой вот подсвечник получился в форме цветка. Все та же цветочная тема. Thank you.
этого подсвечника из чашки в блюдце как бы выливается море. Это вот веточка коралла. Еще один подсвечник. И подсвечник цветок. Вот так вот подсвечник из ракушек выглядит в темноте. Вот еще один подсвечник. Лицевая сторона у этого подсвечника цветок. А сзади там площадка для свечки небольшой и красиво подсвечивает контур этого цветка. Вот она, площадочка. А если смотреть на него с другой стороны, то выглядит вот так. Так в темноте смотрятся подсвечники из ракушек. Добавила к ним еще один подсвечник из природного материала. Вот, включила свет, и сразу исчезла таинственность, и все смотрится по-другому. Thank you.
подсвечники с зажженными свечами.